Катерина Кандело – сертифікована тренерка з фітнесу і бодіфлексу, консультантка з правильного харчування, ТОП-100 «Гордість і краса України». За 2 роки схудла на 30 кілограмів, тепер допомагає іншим удосконалювати своє тіло та здоров'я. Доброго вам ранку. Доброе утро. Вітаємо. Сьогодні будемо від вас дізнаватися якісь певні секретики для того, щоб як покращити своє здоров'я і, власне, як покращити своє тіло. Є такий вираз, що саме літом і восени, коли багато овочів та фруктів, потрібно дуже багато їх поїдати для того, щоб наситити свій організм різними вітамінами. Отак. Щоб, скажімо так, зробити запас на всю зиму. Так це чи ні? Могу сказать, что это миф. Запастись нельзя максимально витаминами, потому что, как мы знаем, есть витамины, которые вырабатываются нашим организмом, есть витамины, которые необходимо принимать извне. Поэтому витамин С, мы его приняли, через полчаса он уже выводится у нас естественным путем из организма, поэтому насытиться, скажем так, им невозможно. Поэтому необходимо просто ежедневно распределять, расписывать свой рацион. И, конечно же, чтобы половина вашей тарелки за один прием это составляли овощи и зелень. За 2 роки ви схудли на 30 кілограмів. От в чому більше секрет? Саме у здоровому харчуванні чи все ж таки більше спорт? Ну, начнем с того, что я вообще раньше, конечно, занималась спортом. Это был волейбол и академическая гребля. И со временем вес я набрала. И, конечно же... Спорт все и заважает. Да. Понятно, когда у женщины появляется ребенок, времени на себя уже как бы меньше себе уделяешь, и, соответственно, вес уже был излишний, и приняла решение номер 1, конечно, это было питание. 80% успеха, поверьте, это питание, и только 20% это тренировки, потому что если, к примеру, мы не тратим столько калорий, сколько потребляем, то вес будет стоять на месте, да, или же мы будем потреблять больше калорий, то, соответственно... Закон сбережения энергии никто не скасовывал, да, я кажу, да, так. Да. Поэтому... Є ще, от, я так розумію, якісь певні відсотки і щодо того, скільки ти хочеш втратити ваги, тому що ті люди, які набагато важче, скажімо так, за 100 кілограмів, їм потрібно більше тоді спортом виходить займатися? Необходимо, номер 1, необходимо определить свои цели. Это самое первое, самое важное, потому что когда ко мне приходят клиенты и говорят, я хочу за месяц сбросить 10 килограмм. Ну вы же понимаете прекрасно, что за месяц 10 килограмм для человека, к примеру, который весит 80, это не совсем реально и не совсем здоровый подход к сбросу веса. Если, конечно же, у человека вес, у меня есть такой клиент, который у него вес был за 100 килограмм, у него было 111 килограмм, и за месяц он сбросил 6, то, в принципе, это сбрасывается не жир, понятно, это уходит лишняя жидкость с организма, и потом уже мы продолжали дальше с ним работать с помощью питания и тренировок. Но должен быть реальный подход к сбросу веса. 2 килограмма, 2-3 килограмма в месяц – это нормально. Що ви порадили би розпочинати от саме здорове харчування? Від чого відмовитись, можливо, що ввести в раціон? Особливо в такий період, коли дійсно можна є тільки овочі і фруктів. Мені здається, якщо їсти лише овочі і фрукти, то можна схуднути. І захворіти. Необходимо, номер 1, необходимо, конечно же, употреблять белок. Это очень важно, потому что необходимо осознавать, что с потерей жира также идет потеря мышечной массы. Мы же не хотим быть бесформенным каким-то, да, вот, человеком. Поэтому номер 1 – это, конечно же, еще раз повторюсь, тарелка наша, когда мы кушаем, 50% – это овощи и зелень, 25% – это зерновые, все, что касается каш. Да, обязательно кашами не пренебрегайте, и 25% это остается белок. Это мясо, курица, рыба, любые морепродукты, которые мы едим. Что тебе не подобается? Я хочу 50% белка. Не можно. Тренер каже, не можно. Можно, например, употреблять растительный белок. И, кстати, о нем тоже многие забывают, и про бобовые, про орехи. Это очень также важная составляющая рациона. И с чего начать? Конечно же, начать с воды. Приходя ко мне клиенты, говорят, как мне улучшить обмен веществ? Я говорю, номер 1 – это вода. Каждый час стакан воды. Суточная норма в летний период – 40 мг на килограмм веса человека. Это все очень индивидуально. Нельзя сказать, что нужно 2 литра пить, да, или 3 литра. Вот вы рассчитываете 40 мг на килограмм веса. Если это зимний период, тогда это 30 мг на килограмм веса. Соответственно, меньше солнца, меньше жажди, да, менше... Ну, але в цілому варто орієнтуватися на почуття спраги, тому що це такий доволі дієвий механізм, який нам показує, коли нам треба пити, коли нам хочеться пити. А якщо раптом 2-3 години не пив, а потім можна так одразу 3 скляночки? Чи допоможет, значит, навпаки, растяне наш шлунок? Вообще могу сказать, что воды необходимо, чтобы большая часть воды приходилась в первой половине дня, а не во второй. Почему? Потому что тело отекает, соответственно, во второй половине дня человек меньше двигается. Что мы вечером делаем? Мы идем в кафе, мы общаемся с друзьями, мы лежим, кто-то лежит перед телевизором. Ну, зачастую. Я просто имею в виду, что зачастую, да, что люди делают? Они лежат перед телевизором, они отдыхают или с семьей находятся дома, малоподвижны, поэтому жидкости тратится меньше. Соответственно, для того, чтобы тело не отекало, на первую половину дня сдвигаем водный режим. Конечно, не нужно выпивать сразу же там литр воды за один раз, это не стоит делать, но вот лучше всего соблюдать каждый час, выпивать стакан воды, это будет самое лучшее решение. На вечерю така сама тарілка має бути, чи все ж таки меньше? Чи можно съесть яблоко, и это уже по вечере? Ужин, очень прекрасно будет на ужин что-то из морепродуктов, рыбы. И также овощи, зелень – это лучшее сочетание, которое может быть на ужин. И обязательно крайний прием пищи за 3-4 часа до сна. Тобто, я так розумію, фрукти на вечір ви не радите? Ні, я не рекомендую. По своєму а якщо вже опиту... дуже хочеться солоденького? Цукерочку чи якийсь там банан, можливо, яблучко? Давай так, ти для себе, все це для себе, так? Тут, шановні телеглядачі, вибачте, тут це не для вас, це просто індивідуальна консультація буквально в прямому ефірі. Могу сказати о том, що якщо хочеться сладкого, це говорить о недостатке білка. Значить, ви в течение дня очень мало кушали білка. Да, это первый показатель. И второе, конечно же, лучше всего в первой половине дня съесть черный горький шоколад, чем, например, какую-то конфету, которую я имею в виду. Да? Мы не знаем, как она готовится, ее рецептуру, что входит в эти конфеты. Я лично по себе могу сказать, что вот 78%, да, или вот чем больше процент в составе какао, тем лучше. Горький шоколад, там нет сахара, и тогда... Я вообще, конечно, очень жуткий противник сахара. Я уже без сахара живу практически 4 года, и... Ой, як ви живете? Целком правильный подход. Да, и могу сказать, что благодаря фруктам можно дополнить сахар. Конечно, там другие сахара, но все же можно съесть яблоко. В банане и винограде, как мы знаем, очень высокий содержание гликемический индекс, да? Поэтому... Рекомендую лучше съесть яблочко, грушку, то, что растет в нашем регионе, и оно, соответственно, будет усваиваться лучше. Все, что растет за границей, киви, ананасы, они... Угу. То есть наш организм настолько приспособлен для этого? Да, да. Настільки приспособлен к этим фруктам или цитрусам. Как... І якщо дуже коротко, яким, можливо, видом спорту порадили б займатися паралельно? Угу. Номер 1 – это ходьба. Это самое первое. Когда ко мне обращаются клиенты, говорят, мне не противопоказаны интенсивные физические нагрузки. Я говорю, не вопрос. Есть первое, говорю, ходить всем можно абсолютно, поэтому 10 тысяч шагов никто никогда не отменял. Это самое первое. Конечно, можно делать и 20, и 30, это уже как угодно. Второе, плюс человек дышит свежим воздухом. Пока сейчас лето, рекомендую заниматься на улице и на стадионах, потому что процесс жиросжигания благодаря кислороду происходит намного быстрее. Те, кто любит заниматься в группе, я преподаю бодіфлекс, это дыхательные техники. Чем-то схоже на йогу, чем-то схоже на пилатес. Также это очень все динамично, медленно делается, без высоких сокращений сердечных. Поэтому с этого можно начать. Если молодой организм, который требует интенсивных нагрузок, это может быть функциональный фитнес, это может быть кроссфит. Но, опять же, номер 1 я всегда акцентирую внимание на технике. Можно делать, например, хоть 100 раз неправильно, но если ты сделал 10 раз упражнение одно и с правильной техникой, это будет намного лучше и эффективнее. Зрозуміли, запам'ятали. Так. Дякуємо вам за таку корисну інформацію.